Женя, ты ее хорошо знаешь. У нее, наверное, их по 15 копий сделано. Даже если мы ей заплатим, она покажет снимки Сиси просто из вредности. Она и прежде меня шантажировала. Больше я этого не допущу. Он будет в ярости, но лучше это, чем шантаж. София, послушай, если бы это касалось только нас, но Августа больше никогда мне не поверит, она меня не простит. Мне очень жаль, но что я еще могу сделать? Выход должен быть. Мы можем потерять все. Ты уже потерял. Что с тобой, Мэг? Ничего. Ясно, опять. Сама что-нибудь придумаю. Заставлю его выслушать и понять. О чем ты, Сиси? Я слышал, что ты сказал. Сиси, я сейчас тебе все объясню. Не нужно, лучше послушай меня. Он ошибается, если воображает, что я позволю нарушить наш договор. Договор? Земля теперь моя, Лайнел, так что смирись. София, я не могу поверить, что ты была замужем за этим чудовищем. Разумеется, я не собираюсь отступать от условий сделки, Сиси. Я даже не думал об этом. А о чем же ты говорил, когда я вошел? Я говорил об Августе, о семье. О том, что деньги и собственность – ничто по сравнению с семьей. И еще говорил, что я перед тобой в долгу, Сиси. Я уже говорил, что ты мне ничего не должен, ты уже расплатился. Ответ расчетливого торгаша. Ты на редкость неблагодарна. Я должна благодарить тебя за то, что ты воспользовался его отчаянием? Ты нисколько ему не сочувствовал? Ты права, если бы я ему сочувствовал, я бы сделал так, чтобы ты исчезла из его жизни. Почему ты позволяешь ему меня оскорблять? Ну, после всех неприятностей, которые мы ему причинили, он имеет право расслабиться. Никаких прав у него нет. Неправда. У меня есть право на землю Локриджей. А на дом, который я строю? Дом на том же участке. Я вложила все деньги в дом. Кто здесь торгаш? Пару часов назад ты едва не оказалась на дне океана с камнем на шее, а сейчас ты здесь, мужчиной своей мечты. Могла бы сказать спасибо. Лицемер, как ты можешь? Августа, Августа! Мне кажется, нам пора. Мы можем пока пожить в домике привратника? Живи сколько хочешь, Лайнел. Спасибо. Пойдем, Августа, нам пора. Куда ты? Мы еще ни о чем не договорились. Уже договорились, прощайте. До свидания, Сиси. София? Вы еще свое получите, я найду адвокатов. Идем, идем. Я это так не оставлю, Лайнел. Слава богу. Ушли. Наконец-то. Теперь я могу с тобой поговорить. Нет, 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 постой, не торопись, дорогой. Сначала послушай меня. Я должна кое-что тебе рассказать.